Эта служба и опасна, и трудна. Какую подготовку проходят медики санавиации? Можно ли сделать в воздухе переливание крови? Как помочь больному, если вертолет не может приземлиться? О работе санитарной авиации региона. Доктор ответит на все ваши вопросы. 19 августа. Гости в студии. Врач-анестезиолог-реаниматолог Анвар Демурчиев и главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи города Самара Раймонд Чернуха. Программа «Звоните доктору». 19 августа, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».